Господь говорил, я иду приготовить вам дом, чтоб там, где я буду, и вы навсегда со мной были. И заповедь новую дал, чтоб друг друга любили, чтоб не было тесно нам там, где мы будем потом. Он нашу природу уже на земле возродил, и времени много нам сам уделил для раздумий, чтоб каждый достаточно долго и крепко подумал, чтоб вечность пойдет с ним тот брат, что здесь рядом ходил. Так труден наш путь, нас друг друга Христос поручил, чтоб брату мог брат помогать светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложил. И если нам трудно ужиться здесь, несть на земле, и кажется нам, что служение его неуместно, боюсь, что в обителях неба нам будет с ним тесно. Боюсь, что нога наша не на Христовой скале. Хрупка наша жизнь, может, завтра туда перейдем, где ждет нас Спаситель в обителях вечных желанных. Быть может, мы, брат, учинили здесь зло постоянно, что если его там в объятиях Иисуса найдем. Так труден наш путь, нас друг друга Христос поручил, чтоб брату мог брат помогать светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложил. Так труден наш путь, нас друг другу Христос поручил, чтоб брату мог брат помогать светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложил, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложил.